Всем привет, с вами Inform TV. Татьяна Друбич – это российская актриса театра и кино. В отличие от своих коллег, Татьяна не получала специального образования. Более того, Татьяна много лет параллельно трудилась на должности врача, а затем стала бизнес-вумен. Российский зритель знаком с этой актрисой по фильмам «Десять негритят», «Асса», «Анна Каренина» и «Последняя сказка Риты». Татьяна родилась и выросла в Москве. Мама актрисы Любовь Владимировна была экономистом, а отец Люсьен Израилевич трудился инженером. Ранняя смерть отца сильно потрясла Таню, и та долго не могла прийти в себя. Несмотря на то, что еще в детские годы Татьяна сыграла две популярные роли в кино, Друбич после школы не могла с уверенностью сказать, что желает быть актрисой. По каким-то своим внутренним причинам девушка поступает в медицинский стоматологический институт и становится врачом-эндокринологом. После окончания института Татьяна работает врачом в московской поликлинике, но тем не менее продолжает сниматься в кино. И при этом еще и попадает на обложку журнала «Советский экран», куда помещали самых востребованных актрис. Позднее женщина занималась бизнесом. В начале 90-х она открывает модный ночной клуб в Москве – «Актовый зал». А после закрытия клуба организовала в Германии собственную фармакологическую компанию. Единственным официальным мужем Татьяны был знаменитый режиссер Сергей Соловьев, который и открыл ее как актрису для кинозрителей. Они были знакомы очень долго до их свадьбы, состоявшейся в 83-м году. В семье родилась дочь Анны, которая оказалась одаренным музыкантом. Девочка обучалась игре на фортепиано в Мюнхене, сотрудничала со многими оркестрами с мировым именем. В 2013 году девушка переехала в Америку и с этого момента живет в Лос-Анджелесе. Анна практически не выступает, но музыку не бросила. Теперь она работает композитором и пишет музыку для фильмов. В 1989 году Татьяна и Сергей развелись, но своих отношений не прервали. Как говорит их дочь, любовь между ними не пропадала никогда. Через много лет у Татьяны Друбич появилась вторая дочь Мария, которая в экранизации «Анна Каренина» сыграла полуторагодовалую девочку, маленькую дочь Анны Карениной и Вронского. Актриса не афиширует, кто отец этой малышки, хотя в прессе слухи ходили совершенно разные. Говорили, что, возможно, отцом является все тот же Сергей Соловьев, но чаще выдвигалась версия, что ребенок приемный. Как бы там ни было, Друбич на все вопросы по этому поводу говорит лишь одну фразу – без комментариев. Сегодня Друбич уже не снимается в кино. Актриса не комментирует, временный ли это перерыв или окончательный уход с экрана. Главной работой артистки стала благотворительность, причем систематическая и осознанная. Если вам понравилось наше видео, поделитесь им со своими друзьями в соцсетях, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Удачи!